вязальным крючком по жизни. Татьяна Попкова не расстается с этим инструментом ни на минуту. Вяжет уже более 40 лет. О клубе для пенсионеров «Серебряные года» узнала случайно. Именно здесь нашла единомышленников. Я вязала в основном мелочь. Салфетки, скатерти, там еще что-то такое. Крючком. Очень люблю вязать крючком. Вот. А здесь я начала вязать игрушки. И вот я усовершенствовала себя. Вот видите, какого красавца единорожка. Но единственное, что он у меня без глазок. Ниточек не хватило. Так хобби стало дополнительным заработком. На занятиях по рукоделию пожилых людей учат вязать. Предоставляют все необходимые материалы. Оттачивают технику. После того, как мастер сдаст экзамен, можно приступать к исполнению реальных заказов. Так Марина Летунова специализируется на сумочках из полиэфирного шнура. Крючком вязать вообще не умела, только спицами. Вообще в руках даже не держала. И вот с февраля научилась, мне как-то зашли сумочки. Если раньше обвязывали друзей и родственников, то теперь их изделия разлетаются по всему миру. Мастерицы этим очень гордятся. Такая деятельность вдохновляет. Каждое занятие ждут с нетерпением. Для них это не только возможность дополнительного заработка, но и приятное общение в кругу новых друзей. Там у нас хорошее общение обычно. Мы вяжем сначала, потом посидим, чайку попьем. После чайку обязательно после этого опять повяжем. То есть общение всегда было между нами, хорошее очень общение. И собрались люди такие, которые не любят сидеть на лавочке и перемывать друг другу кости. Все люди как раз там такие, хорошие. Живем и радуемся жизни. Во время карантина занятия велись онлайн. Мастерицы ждут, когда можно будет снова встретиться очно, поделиться новостями, обсудить идеи и новые техники. В свою творческую компанию приглашают всех желающих. Утверждают, найти увлечение по душе, освоить новое ремесло, завести друзей можно в любом возрасте. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».